И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Карлик в свитере. Я тут, понимаете ли, ой, убегаю от роботов. Никакого покоя. Ладно, засейвился. Эх, куда? Давай. А. О, вот платформа. Наконец-то. Иди нафиг. Иди нафиг. Нафиг иди. Блин, папарацци хреновые. Ой. Можно подумать, бандикутов никогда не видели. Это обидно. А, не, на самом деле все можно вот так вот спокойно пройти. О, нет. Ой. Не-не-не, все в порядке, я надеюсь, в это. Опа! Блять, ну наконец-то. Да-да-да-да-да. Ладно, ладно. Продолжаем, я сказал. Запарился уже. О! Нитрус Брио! Это будет круто. Опа. Как-то он стрёмно выглядит. Ты чё? Наверное, просто надо идти. Ох, охренеть. Да он ещё и... Блядь, это чё такое? Ха-ха-ха. А, сука, что ты делаешь? А! А, бля. Что это вообще такое, а? Опа. Да, а тебя довольно просто уничтожить, сука, что ты делаешь? Ай, сука. А, ну что ты теперь будешь делать, а? Блять. Да, мощный у него самогон. Фу. Сейвимся. О! Ну, что теперь, а? Что теперь? Ты что делаешь? Ой. Блять, Халк! А! На тебе, Франкенштейн хренов с болтами из башки. Да, я это сделал. Блин, однако крутой он становится. Лаборатория. Так, засейвимся и пошли. Ой. Я знал, что нельзя этому доверять. Сука. Есть. Опа. Опа. А, еще одна клякса. Ну, стреляйтесь, давайте. Ой. Ай, баба. Стрёмно. О, это круто. Да похер. Заколебали меня уже эти уровни. Здорово, тавлочка. Апдейт. Продолжаем. Это 29 уровень. Еще 3 уровня и достаточно. Ух ты! Электропсих! Что-то я не хочу быть проводником. О! Какой, как он кричит! Знакомый крик. Я его не раз уже слышал. О, клякса. Это отстойная клякса. Ой. Фух. Сейвимся. Да, сука, вы что, издеваетесь?
Ой, химическая атака. Так, сейвимся. Опа. Иди нах. Иди нах. Я тебе не какой-нибудь проводниковый элемент. Оп. Сейчас все-таки заставили. Обидно. Опа. Че, не палатки в электросхемах, да? Так, сейвимся. Опа. Сволочь, все равно. Ненавижу, ненавижу. Ни хрена себе. Тут я понимаю. Ладно, еще раз засейвимся. Опа. Опа. Фух. Ой. Сука. А, сука. Что ты делаешь? Давай, давай, давай. Давай, крыш. Давай. Есть. Сейвимся. Опа. Опа. Ой, стой. Фух. Отлично. Пошли. Ух ты. Круто. Ну что теперь? А? Что теперь? Что теперь для меня есть? Круто! Та-да-да! Я крутой. Ну а теперь я смогу заработать белый камушек. Или какой там камушек? Забыл уже. На этом. На темном уровне. Помните, где еще бульбага фонарик? Сейвимся. The Great Hall. Сейвимся. И все? Охренеть. Ну что теперь? Что теперь? Доктор Неокортекс. Вот что теперь. Ух ты. Здорово. А он крутовато выглядит. Опа. Че, обидно, да? Че за синий? Ой, блин. Ой, 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 ой. Стремно. Опа. Ха. Че. Засало, га? У тебя замок горит. Ты лох. Опа. Еще раз сыванемся. На всякий случай. Ой. Ни хрена себе. Опа. Сука. Ой. Только не это. Давай, давай. Стреляй зеленым, сука. Ай, сука. Ай, блядь. Пропустил момент. На тебе. Да. Тебе конец. Ни хрена себе. У него что, пулемет, что ли? А. Да. Ну все, сейчас ты точно конец. Опа. Да, сука, я это сделал. Хэппи-энд, ё-моё. Да, они так счастливы. Им обоим всего лишь по 12 лет. Так, где моя ширма, цензора? Ой, я её забыл. Да ладно, шучу. Фу. Ну что ж, это была ещё одна хорошая игра для PlayStation. Как же я люблю вот эти вот старые игры. Но это игра-легенда. Я прошел ее всю с
вместе с вами от начала и до победного конца. И я ни о чем не жалею. С вами был Карлик в свитере. Следующее прохождение Crash Bandicoot 2. Возвращение Кортекса. До свидания.